Как вы здесь живете? Дружно? Привет, привет, привет. Привет. Детский праздник в ТСЖ «Аист» не омрачила даже пасмурная погода. На улицу, отмечая День города, вышло, пожалуй, больше половины местных жителей. В программе игры, веселые старты и, конечно же, общение с Олегом Шаховым, заглянувшим на огонек в товарищество. А вы сделаете вот в нашем центре «Аисте» спортплощадку? Еще одну? Для девочек. Молодые химчане серьезно подготовились к визиту Олега Федоровича. Он по достоинству оценил выставку юных художников на тему «Если бы я был мэром». Здесь и современные спортивные площадки, и школы будущего. В общем, все, на что способна детская фантазия. Я считаю, что уже жемчужина Подмосковья, и надо сейчас делать жемчужины всей России. Товарищество собственников жилья «Аист» существует уже 10 лет. Регулярно жители трех домов на Юбилейном проспекте вместе отмечают праздники, как государственные, так и свои собственные. Такая традиция направлена главным образом на воспитание подрастающего поколения. Ну, в первую очередь, это, конечно, для детей. Им интересно, несмотря на погоду, они здесь веселятся, играют. Им очень замечательно. Ну, во вторую очередь, конечно, мы тут выходим, смотрим друг на друга. Такие праздники, в общем-то, наш ТСЖ, Наталья Николаевна, она у нас с первого дня работает, председатель наш ТСЖ, и она как-то сразу решила вот выставки делать, детские праздники. В этом году День города совпал с Днем знаний, поэтому юным химчанам подготовили особый сюрприз – торт в виде букваря. Екатерина Зайнулова, Геннадий Филин, Сергей Гвоздев, служба новостей.